сидим с тобой за столом, нет греха в душевной беседе, посетила милость наш дом, и угомонились соседи. Слава Богу даже за то, что казалось горьким и трудным, истина в молитве простой. Как же хорошо, как премудро и благодать. Без надежды я вытерла слезы, пришла любовь. Безмятежность управит сердца, и смерти нет. Шипы превращаются в розы, любовь пришла. И любви той не будет конца. А за окном деревья цветут, и солнце теплой радостью светит. Посмотри, как быстро растут наши долгожданные дети. В ангельской храни чистоте, Боже, их сердца и желания, милостью твоей в доброте воспитай родные создания, чтоб благодать. Без надежды я вытерла слезы, любовь пришла. Безмятежность управит сердца, и смерти нет. Шипы превращаются в розы, любовь пришла, и любви той не будет конца. Ах, вот и чайник звонко свистит, и цветы поставлены в вазу. Радость моя, ты не грусти, что-то нам дается не сразу. Не печалься ты, ангел мой, пусть пока немножко и трудно, есть надежда, что неземной мы обрящим свет самый чудный и благодать. Без надежды я вытерла слезы, пришла любовь. Безмятежность управит сердца, и смерти нет. Шипы превращаются в розы, любовь пришла, и любви той не будет конца. Христос воскресе! Христос воскресе, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», я ведущий священник Анатолий Першин. У нас в гостях Елена Пирогова-Филиппова. Спасибо, город Господи. Москва или уже Подмосковье? А, да? Разницы нет. Мы о любви. О любви, конечно. А вообще, вот это не страшно? Мы только говорим о любви или любим? Страшно, очень ответственно. Да. Очень вот ответственно. Как жить в состоянии любви? Это же, можно сказать, состояние смерти, любовь. Это все очень близко. Жизнь. Так же, как... Как в таких ощущениях жить? Не знаю, это очень сложно, об этом очень сложно говорить. Это, наверное, только сердцем чувствует человек настолько, насколько ему Господь дает. Мы же немощные. Да. Может быть, мы даже не сможем в этом состоянии, вот, в этой земной жизни пребывать. Только, наверное, там, в Царстве... Мы мечтаем об этом. Мечтаем. Говорим, правда. Поем, да? А вместить до конца все не сможем. Необъятного не объять. Да, это такое. Да. А очень ответственно. Тема очень ответственная, да. Но все-таки мы что-то там пытаемся мяукать, да? По этому поводу. Ну как не пытаться? Это же свет, надежда, радость. Это самое главное, что у нас есть. Правда, если нет этой любви, то жить очень тяжело.
Это как огонек веры, надежды. Вы вот, Лена, я, может быть, не буду не деликатен, не корректен. Вы о муже своем мало вот рассказывайте. Потому что, ну, потому что вы замужем. Я замужем, да. Замужем. Богу, да, я замужем. Или перед? А? Или перед мужем, или замужем? Нет, я замужем. Замужем. Но иногда я перед мужем. Да, не кривлю душой. Вот, к сожалению, это качество, как у творческого человека, оно меня одолевает иногда. И вот, кстати, мешает, когда да, мешает, когда мы ездили в Святой Град, Иерусалим, и нас подвозили, приводили к мощам Святой Тавифы, это было первое место нашего паломничества, батюшка меня строго одернул, потому что я к мощам, как женщина к женщине, побежала поперек мужа вперед. И вот это был урок на всю жизнь. А как женомироносицы тоже на гроб пришли первые? Ну, вот несмиренно было с моей стороны, и я побежала первой, батюшка меня одернул и сказал: «Дорогая моя, двойка по послушанию, ты замужем, взять урок на всю жизнь». Ну ладно. Так что. Ну вы себя чувствуете, базу, опору? Моя семья, моя опора, конечно, меня супруг поддерживает, насколько это возможно, всячески поддерживает. Вот потом детки нас очень утешают. В общем, в семье я черпаю ту самую любовь и радость, конечно, и мир. И когда вот это чувство покрывает всех, потому что мы по своей искаженной натуре не всегда готовы принять сердце благодать Божию. Но когда она покрывает всех, особенно на великие праздники, Пасху, это такая радость, конечно. Просто, знаете, о чем? Много бывает творчества от боли. От боли? Да, много. У многих творчество бывает от боли. Было у меня творчество от боли, батюшка, было. И в студенческие времена, и потом как-то мы же все ищем в поиске. Угу. А вот не тот, а вот нам надо лучше, а конфету повкуснее, побольше. Вот. Но у каждого свой крест. И вот что касается моей семьи, я как актриса, конечно, может быть, другого рядом с собой человека видела по своей самости. Но Господь привел меня именно к той половинке, которой нужно было для спасения. Вот сейчас понимаю, что мы действительно друг друга вот точим. Иногда, особенно жена, точит супруга, потому что мне так хочется, чтобы вот он еще больше, еще туда еще. И... Но он с вами не запоет, нет? А? Не запоет он с вами? Нет, поет. Поет? Ну, подпевает. Так потихонечку, на сложных поем, да. Мурлы, молимся, как же, вот вместе, совместно стараемся по возможности. Вот, то я его, то он меня, так друг друга потихоньку и подтягиваем. Конечно, я думаю, что без супруга, вот, кстати, большинство песен моих о любви, я не скрою, посвящены именно ему, и об этом сегодня можно и нужно говорить, потому что вот мы пишем передачу в день его рождения. Слава Богу. Спасибо за все. Господи. Так что, дорогая моя вторая половинка, дорогой мой Артемий, вот я тебя от души поздравляю, воспользуюсь этим моментом. Вот, и пусть в твоем сердце живет больше любви, радости и милости Божией. Спасибо, Господи. Мира. Очень хорошо. Так что вот, видите, воспользовались. Слава Богу. Нам в России нужны семьи, нужны здоровые, верующие. Семьи, на которых все это строится. Батюшка, а детей много должно быть в семье? Сколько если Господь Бог даст. Дает, да? Вот. Чем больше, тем лучше. У меня пока двое. Слава Богу. Два мальчика. Надо, наверное, девочку еще, да? Ну, конечно. Вот слышишь, Артемий? Да, Артемий, давай. Ну, это, конечно, вопрос по большей части выше, да. Да. Ну уж простите. Команда будет? Да, тут... Дело если такое. Уж на небесах написано, то уж ничего не сделаешь. Главное, что мы были к этому всему готовы и приняли да? это как волю Божию, правильно же? Но все равно должна быть радость, да? Радость именно вот как конечно. От этого. Без скорбей никуда, но вот на фоне скорбей радость еще радостнее. Угу, да? Точно. Есть возможность ощутить до конца. Ну... Можно спеть песню? С удовольствием, батюшка. Вот наступила весна. Такая радость. И есть у меня песня, она называется «Ангелов свет». «Ангелов свет» — это одна из первых песен вот на духовную тему. Угу. Ну, хотелось бы поделиться. Угу.
улетала от порога река. Так легко обвивала эти струны строка. В глубине синевы я спасение искала, и дыханием живым синего отвечала. В глубине синевы моя нежность оттает, это мудрый Господь мою душу спасает. Пусть бессонная ночь, но за ночью рассвет, это вера моя-то, ангелы в свет. Пусть бессонная ночь, но за ночью рассвет, это вера моя-то, ангелы в свет. Горчит на реке перезвон, звон. Кто же это хранит? Мироздание закон. Кто же душу мою покаянием лечит? А я надеждой живу и ожиданием встречи. В глубине синевы моя нежность оттает, это мудрый Господь мою душу спасает. Пусть бессонная ночь, но за ночью рассвет, это вера моя, да ангелу в свет. Пусть бессонная это вера моя-то, ангелов свет. Спасибо, Господи. Во славу Божию. У меня все время, вот, когда на передачах сижу, думаю, размышляю. У меня есть повод для размышления. Ну, ассоциации рождаются. Я думаю, как вот в городах это сохранить? Это все. Это же очень тяжело, что надо создавать для себя условия какие-то определенные, какой-то бункер, значит, забираться, да, и себе это сохранять. Закрыться. Потому что только что ты вылезешь, сразу вражеские пули. И как это сохранить, это состояние? Вот как не озлобиться, как не осудить, не обидеться? Вот только соприкоснешься с этим миром, войдешь в автобус, там, батюшка. Вот в аптеку, ну, где угодно, и в больницу. Сядешь часов так на 6 в очередь где-нибудь, приемное отделение с инфарктом, вот, или еще что-то. Ну, не дай бог, конечно. Да. Я просто это вижу сам. И чувствуете. А? И чувствую, да. И как это все пронести, как остаться живым? Я лично сейчас на свои стопы направил на озеро. Я условно называю Лебединое озеро. Так. Это операция Лебединое озеро. На берегу озера храм Архангела Михаила, чистая вода, заброшенные деревни, все заброшено. Говорит, Богом забыто. Но Богом ничего не забыто. Вот небольшое кладбище, сосны, песочек. И хочу с Божьей помощью восстановить храм. Помоги, Господи. Потому что надо вот, это движение как бы корням, это надо возвращаться. Кто-то это рушил, а это красота. Вот представляете, да, вот самое стоит красота, да. И она разрушается. Это же сердце-то щемит, больно. Да. Вот, и я думаю, что все равно эта тенденция отъезда из городов, она будет. Вот, конечно, это превратят в бизнес, конечно, это понятно. Вот, но я думаю, что некоторые, вот, надеюсь, я в том числе, может, и вы, вам
удастся избежать все-таки ближе быть к природе. И там, может быть, родятся новые песни. Там более будет искренние молитвы. Дай Бог, батюшка. Раньше же подвижники уходили в лес и молились. И дальше, за ними люди шли, они убегали дальше в лес. Ну вот, мне кажется, для этого мы не просто должны, мы, наверное, обязаны ездить по святым местам, в монастыри, и там нести посильное послушание, и как-то там подпитываться той самой божественной энергией, без которой мы сами не можем существовать. Вот то, о чем вы говорите. Да, то есть это должно связано быть с духовностью. Да, конечно. Можно просто уехать и комаров кормить там. Можно. Да. Но вот все вот и торчать здесь. В этой а грядке. Тебя же не убежишь. Все здесь. Наверное, если вот здесь что-то есть, да, то, что дано, то тебе везде будет хорошо. Даже в той очереди, о которой вы говорите. Потому что вот отец Анатолий сидит, а от него разливается то, что утешает и умиряет других. Наверное, я вот... грешный такой. Я. Ужас. Простите меня, батюшка. Тихий ужас. Когда мне говорят что-то подобное, мне хочется забраться под стол. Это пример, простите меня, Христа ради. Вот понимаете, это как бы вот пример. То есть мы, наверное, должны что-то нести внутри и не потерять. Это очень сложно не потерять. Но Господу-то все возможно. Потому что у нас в душе есть этот чистый уголок, который дан Богом, который мы еще не смогли туда замусорить. Вот сколько бы мы ни старались своей жизнью, своими поступками, а он все равно существует. Есть. Он горит. И там невозможно поселиться злу. Понимаете? Вот я сейчас об этом думаю, что Господь оставляет этот уголок. Дай Бог, чтобы так. Дай Бог. Потому что не всегда, правда, удается сохранить этот мир и тишину, когда тебя вот так по ниточкам разрывает. Но это очень нужно, конечно. Это, наверное, вот святые подвижники умели, а поэтому они и святые. Надо немножко в отбивную котлету превратиться уже. Да? Ну, тебя отбивают этим молотком. И ты уже смиряешься. Ну, жарьте. Вот, видите, это смирение называется. Да, уж жарьте меня, и все, и съешьте. Вот. А по молодости же не понимаешь, вот тебе хочется вот идти, вот думаешь, вот твой путь. А Господь ведет тебя так, как вот правильно, а ты сопротивляешься, и не всегда получается то, что хочешь. А это для тебя полезнее. Ну, это я так про себя, простите меня. Ну, вот я зашел вчера в магазин, в Икею надо было для внучки стульчик видите, со столиком да. купить. И там началось. И там сразу притянулся. Я только зашел, молодой человек сразу нарвался на молодого человека, который, кажется, музыкант, и он там подзарабатывает. Вот это мгновенно все произошло. Он меня увидел, я его увидел, и мы друг на друга пошли, я подошел к нему, и мы сразу начали говорить о главном. Независимо от того, что он там торгует чем-то. Я понял, что я его просто увидел, я просканировал, и он меня ощутил. Он приехал сюда недавно. И он как раз говорил о душе. Он сказал, что вот у него было сильное падение. И что это падение явилось большим толчком к его... То есть он оттолкнулся от дна. Вот не барахтался вот так вот, а просто упал, оттолкнулся и выплыл тут же. И у него есть победа. Я увидел молодого человека, у которого есть победа, который не сдается своим грехам на милость, так сказать, который владеет, и он ведется на них постоянно. Захотелось выпить, а почему бы не выпить? Захотелось поблудить, пошел в ночной клуб. Захотелось это, хотелось то. И сейчас очень много предложений, особенно в городе. Да. А потом человек после этого, ему так скверно на душе, что просто невозможно жить. Вот, и я очень обрадовался, что есть такие молодые люди. Вот, и что они творческие. И вот, может, они какую-то там другую музыку играют. Может, они там какие-то электронными звуками там пользуются. Но у них есть глубина души. Они это тоже хотят отразить. Состояние души в своих, вот, в своих звуках. Вот, ну, у нас более такие простые. Гитара, голос, средства. Не грех упасть, да? Говорят, грех не подняться. Да. Поэтому... Ну... Что-нибудь надо спеть, наверное. Да? Да. А что? Что у вас там в запасе? Есть у меня такая песня. Вот как раз, наверное, о том, где черпать вот ту самую поддержку. У нас только молитвенников на небесах, да, которые нам помогают очистить вот тот самый уголок души. Вот. Ну,
Елена Александровна много говорить-то не должна, она, наверное, петь должна. Мы уже об этом говорили. Но я сегодня стараюсь говорить побольше уже. Видите, как здорово. Как договаривались. Спасибо, Господи. Ох, и нескромная барышня на передачу попала. Для тебя, душа моя, есть обитель в небесах, простота там святая и сон ангелов в крылах. Там закон всему любовь и надежда в парусах. Там понятно все без слов, там забудешь боль и страх. А моя я душа грешна, помолись той стране вешней, славу Богу вышних пропой, аллилуйя, аллилуйя. Там беды и горя нет, и спокойно, и легко. Все объемлет горний свет, разливаясь глубоко. Там душа моя с тобой херувимскую споют, и объемлет чистотой, там найдешь себе приют. А моя я душа грешна, вешня и славу Богу вышних пропой, аллилуйя, аллилуйя. Я бы так хотел туда, но мне боязно сейчас. Все в руках у Господа, жизнь и путь, и смерть и час. Лишь приняв закон любви и покаявшись в грехах, оказаться можем мы, где сон ангелов в крылах. А моя, а душа грешна, славу Богу вышних пропой, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Господи. Да, слава Богу. Хорошая песня. Опять мысли у меня. Куда их девать, не знаю. Значит, мысль такая. Представьте себе, что люди бы встречались бы, да, и пели друг другу песни. Или читали новые стихи. Вместо того, чтобы что-то обсуждать. Вот здесь. Вот так мы с вами, да? Пришел в гости. Слушай, я такую песню написал. И так, о душе что-то. Он говорит, и я тоже. И так люди друг другом делятся. И нет места, среди этого никакого нет места, вот, среди этого как бы творческого такого творческого обмена нет места никакому осуждению, там, ни про Путина, ни про да. ничего, ни про страну нашу. Люди в этом живут. То есть хорошо было. Покрывать все любовью, получается так. Точно. Ну, батюшка, придется вот попросить меня. Вернее, я бы хотела вас попросить поделиться в таком случае. Ну, вы же говорите, вот пришли люди, двое общались. А вы сколько песен спели? Три. Три? Да. И что, вы хотите, чтобы я спел?
Ну, маленькую песню. Если можно. Все покрывай любовью, живи, побеждая смерть. Евангелие у изголовья, твоя неземная твердь. Пусть рядом скулят Иуды, пилаты твои грустят. На кухне гора посуды, но ты ведь еще в гостях. Подпеваю. Ты здесь на земле не вечен, а вечность еще впереди. В обличии человечьем и с верой святой в груди. Покроется все любовью, утихнет жестокий бой. Останься самим собою и плачь над самим собой. Вот он и ответ на все наши вопросы сегодняшней передачи. Вот и есть ответ. Да. Будем жить, стараться. Жить, да. И все мои почтения. Телезрителям в том числе. Да, слава Богу за все. Спасибо. Ну, я рад, что мы встретились еще раз. Я думаю, что мы будем друг за другом следить за творческой жизнью, так сказать. Будем стараться. Может, удастся даже вместе как-то... Вот приглашаю вас в Пастораль, да, на мои вечера. Каждый четверг. Улица Матросова, 20. Когда? Давайте назначим дату концерта. А когда вы приедете в Петербург? А как пригласите, так и с удовольствием. Вот как муж, батюшка пригласит, муж даст добро, и Елена приедет. Ну ладно, до встречи тогда. Христос воскресе, дорогие мои. На этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами была Елена Пирогова-Филиппова. Спаси, Господи. Вот. Радости вам духовной в эти светлые дни. Ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях и Божьей помощи во всем. Христос воскресе! Воистину воскресе!